Студенты ОГУ получат стипендию президента России. В Оренбургском госуниверситете приступили к созданию цифровых двойников. ОГУ готов разместить студентов из Донбасса. Оренбургский госуниверситет продолжит участие в программе «Приоритет-2030». Студенты ОГУ спроектировали первый в России мобильный станок с ЧПУ. Мы сделали много для развития университета. Камень за камнем. Мы построим все, что хотим, самыми яркими красками. Нарисуем сотни картин, мы отыщем друг друга в лабиринтах глобальной сети. Если разбежимся как следует, то полетим. То, что я увидел, на самом деле лучше даже, чем то, что было написано в стратегии. До самой высокой вершины доползем, не боясь высоты. Все, что кажется самым сложным, станет самым простым. Ведь если зажечь все лампы, не останется темноты. И закончится победой все, что начиналось с мечты. Поздравляем! Поздравляем! Просто надо верить, и все получится. Она придет верить. Возможности самые широчайшие. Чудеса. Просто надо верить, и все получится. Она придет верить. Пустите в дом чудеса. Пустите в дом чудеса. Молодежь – это движущая сила будущего. Мы встанем на цыпочки и достанем до солнца рукой. Мы всего лишь капли дождя, ставшие огромной рекой. Мы напишем книги, буква за буквой, строка за строкой. А мы не предполагали, что этот мир такой. Вы большие молодцы. Мы опустимся в бездну самых глубоких морских глубин. Мы проткнем синее небо под раскаты рев турбин. Каждый, кто еще в силах любить, обязательно будет любим. Мы будем сиять, как звезды, когда рассеется дым. Мы уже такая достаточно мощная семья университетская. Пустите в дом чудеса. 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 Вот это все наш мир.